Транспортные вопросы остаются одними из самых важных на сегодняшний день в Алекминском районе. Особенно остро этот вопрос стоит в удаленных от центра местностях. Там, например, дела обстоят и с дорогой, связывающей Южный Наслига, так называемой дорогой жизни до Парайтако. На нынешний год у строителей стоит задача построить 5 километров полотна с трубными переходами через речки. А в целом протяженность участка составляет 30 километров, строительство которых рассчитано на 3-4 года. Тендер на строительство выиграла Алекминская автотранспортное предприятие. Опыт в строительстве подобных объектов у него есть. Жители отдаленных южных Наслигов надеются, что будут круглогодично пользоваться этой дорогой. Наша задача сделать эту дорогу круглогодичной. И вот благодаря решению Министерства транспорта, когда у нас проходило выездное заседание Министерства транспорта Республики Саха-Якутия, вот дало начало строительства этой дороги круглогодично.